Итак, мы вам показываем то, как работает павильон «Оптовик». Это очень хороший павильон. И вы, в принципе, можете сюда прийти. Для этого вам всего необходимо-то на 1000 рублей набрать. Но сейчас разговор про других людях. Дело в том, что павильон «Оптовик» развивает свою сферу влияния и готов поделиться с каждым. То есть, если вы бизнесмен или индивидуальный предприниматель, или владелец ООшки, вы можете прийти сюда, затарить свой магазин на достаточно крутую сумму, и вам сделают супер скидку. И чем же вы не оптовик-то? Так вот то, о чем мы и говорили, случилось. И понять-то надо, что если кто-то торгует фейками для дома и для компьютера, то цена должна быть как в оптовике. Да потому что дешевле оного не существует. А если цены не такие, то плюйте на все, оформляйте ИП и по цене оптовика торгуйте. Потому что оптовик и о вас заботится. Так вот, как найти? Найти очень просто. Приезжаем на торговый рынок автомобилистов. Два павильона, 70 и 69. В принципе, сразу найти можно. Это получается северный вход и сразу налево. Тут по-другому не получится. Вот. Теперь сказки помните? Вам все рассказывают, что флешки начали дивных денег стоить. Вообще абсолютно нет. Цены чуть-чуть приподнялись, но это не намного. Потому что все начали переключаться и на iPhone i6. Вот это. Я не знаю, что такое iPhone, ну вот люди покупают. Я вообще не въезжаю, как можно купить телефон стоимостью под 30 тысяч рублей. Ну, может быть, у кого-то с головой не в порядке, блин. Ну да ладно. Вот. Вот опять те же самые цены. Цены вообще не высокие. То есть берете спокойненько. По хорошей цене вам еще и супер скидку предоставят. И начинаете торговать картами памяти. Ну, и не только картами памяти, потому что здесь всего предостаточно. Помните, да, прошлый сюжет? Дали-то мы всем и метро, и прочим. Ну, сколько же можно на нас зарабатывать, а? Приедьте сюда, купите на соточку и приплюсуйте тридцатку. И вам хватит, и обычным горожанам. Слово о том, что здесь просто суперовский. Так это новые светодиодные лампочки. Здесь вот не светодиодные, но тоже нормальные. А вот это светодиодные лампочки. Теперь про светодиодные лампы расскажу вам просто. Дело в чем заключается. Я всем говорю, вы дайте мне на R80. Но пока на R80 нету. А ценники на R80 500. Видела я одну такую. 580, простите. А в другом местечке, знаете, магазин такой, стройдвор есть. Там 3 этажа, кое-где и на 4. 780 рублей. Нормальные ценники такие. Взросленькие. Вот. Вы сюда зайдите и посмотрите. Таких взрослых цен абсолютно нет. Вот. То есть, ну, получается максимум 200 рублей. Это если вы не оптом. А оптом 167. То есть, вот у меня, допустим, 67. 24 светильничка таких, знаете. Вот. Было бы проще купить. И сейчас я обращусь к тому хозяину, который привезет рано или поздно R80, потому что можно, конечно, мелкие поставить, но немножко неправильно будет смотреться. Хотелось бы крупные. Хотя, с другой стороны, вы также можете подойти и то же самое договориться. При этом ваша цена будет, естественно, дешевле, потому что вы покупаете оптом. Я все это сказал для тех, кто хочет нормально жить. Хотите жить больше? Большая площадь, чуть большие расходы, но и больший результат. И вот мы говорим о соточке в месяц. Так вот, помните, я всегда вам рассказывал о том, что нам необходимы дешевые дома. И дешевые дома существуют. Ну, подумайте, да, взрослый человек, если еще не обременен семьей, за 200 тысяч рублей может себе купить однокомнатную квартиру, где там будет и кухня, и все остальное. Вот. Как эту квартиру отапливать? Ну, элементарно, дрова у нас есть. Вот. Если рядышком нету света, то у нас есть, во-первых, светильники. Ну, вот этим делом здесь не занимается, но если честно, то турбовентиляторный светильник 300 ватт, 300 киловатт, стоит всего 500 долларов. Это посмотрите на eBay. Wind Turbine называется. And Solar Panel. Это чуть-чуть подороже, но до 1000 долларов не дотягивает. Вот. А просто и спокойно с помощью аккумуляторов можете купить себе замечательные здесь светильнички. Недорогие, 20 рублей. Вот. Чуть-чуть подороже, на лоб. 44 рубля. Кстати, все это будет дешевле, если все-таки оптовиком решили затариться. То есть, ну, не на 20 рублей, а на 20 тысяч купили таких и продаете где-нибудь. Кстати, по той же самой цене. Вот, либо вот такие штучки, видите? Вот. То есть, зарядили и хватит на год, на два.
Вот если вы хотите что-то почитать, то есть и другие. Вот суперовские светильнички тоже там, цена небольшая, 86 рублей. Вот. Или еще интереснее светильник, 68 рублей. То есть поставили, а новые сейчас книжечки, типа ноутбуки, только там чернила встроенные. Спокойненько читаете, и даже вообще проблем нету. Чем ли это не жизнь? И чем ли это не ваша возможность заработать свои дополнительные денежки? Ну а если не получается проехать на север, то то же самое есть и на центральной городской ярмарке. А как доехать? Ну это просто. Все начинается с востока, как и новинки. Восточный вход, проход на ЦГЯ и третий павильон. И вот она, ваша радость. Ну и чтобы понятно было для тех, кто хочет заработать деньги, вы можете не приехать на торговые ряды на автомобилистов. Есть другое место. Центральная городская ярмарка, восточный вход и третий ряд. И павильоны 74, 75, 76. Приезжайте и зарабатывайте деньги.